ее заплатит за это. Когда я была маленькой, воздух тут пах океаном. Но потом появились иностранные корпорации, и все отравили. В 67-м мы их прогнали. И много лет воздух был чистым. Потом Эспиноса начал распродавать наши заводы. Позже к власти пришел Антон и впустил сюда этого Янки, Маккея. На его заводах делают яд, который нужен для производства Вивиро. Местный трубопровод – важная часть схемы лечения рака. Лоренцо показал мне твои снимки их исследований. Отвратительно. Мы с Еленой придумали, как саботировать производство чудо-лекарства Кастильо. Представь, что главный химзавод Маккея – это сердце, а трубы – артерии. Если артерии перерезать, сердцу придется очень тяжко. Иди вдоль труб, Дани. Уничтожь подстанции, чтобы на заводе произошел скачок давления. Тогда Елена сможет подключиться к компьютерам Янки, и мы навсегда покончим с производством яда. Это важное дело, и тебе помогут. Найди панели управления и сможешь создать избыточное давление в цистернах. А может их просто взорвать? Для повстанца важна аккуратность. Любая ошибка может стоить кому-то жизни. Так, одной подстанции меньше. Знаешь, я когда-то прикрывала Эль Тигра в бою. Что ж, у меня есть повод гордиться. Дани, Эль Тигра рассказывал тебе о Лобо? Немного. Сказал, что тот погиб в бою. А что? Ты напоминаешь мне его. Клара погрязла в политике, а ты настоящий повстанец. Волк-одиночка. Я не люблю переживать за других. Это отвлекает. Но после особенно удачной охоты, волк-одиночка не любит делиться добычей. Осторожней, Дани. Почему ты говоришь об этом мне? Алло? Алло? А, пинга. Надо смотреть в оба. Так, глубокий. Инженер, вот ты где.
Снайпер, вот ты где. Враг в воздухе. Гуапо, иди. Сюда. Блин!
Еще одна артерия перерезана. Продолжай. Надо было стать хирургом. Не надо, поверь. Дани, я хочу извиниться за то, как вела себя при первой встрече. Я была не права. Извиняться ни к чему. На своем веку я повидала немало крови. И немало повстанцев, полюбивших ее вкус. Поначалу казалось, что беды идут за тобой по пятам. Но Эль Тигре, он сразу понимает, когда перед ним настоящий повстанец. И он сказал, что только у тебя есть шанс спасти Яру. Я решила, тебе стоит знать. Фартовая, ты можешь помочь Либертат. Поделиться опытом с Кларой. Либертат. Ла Мораль. Просто название. Я сражаюсь за Яру. Больше ни за кого. Мерда! Смотри по сторонам! Еще чуть-чуть, Дани. Принято. Дани, я никому об этом не рассказывала. Где? Убийца Лобо, Эль Тигре. Депинга. В 67-м
Они вместе возглавили штурм Эсперанцы. Но Лобо жаждал власти над Ярой. И хотел избавиться от Сантоса. Он уничтожил бы все, за что мы боролись. Вместо мира началась бы гражданская война. Лобо был предателем Дани. Он не оставил Эль-Тигре выбора. Но этот секрет Яра узнать не должна. Зачем ты рассказала это мне? Ты напоминаешь мне Лобу. Да, сейчас тебя считают героем. И ты уверен, что никогда не предашь Яру. Но власть... власть изменит тебя. Фартовая, я не хочу править Ярой. Просто знай. Если придется, я спущу курок. Так же, как это сделал Эль-Тигре. Он был настоящей легендой 67-го. И так и не смог простить себя за это. Уф, ну и вонь, жесть. Не спать, Даня. Yeah.
изменить вашу жизнь. Ваши скепсис и недовольство вредят яре. Чтобы ускорить возрождение рая, необходимы вера, преданность и усердие. Interrumpir la paz, demorar el progreso o hacer la violencia no ayudarán a reconstruir el paraíso. Las formas de protesta perturbadoras resultarán en el encarcelamiento. Antón Castillo. Даже у рая есть цена. Presten atención a sus pensamientos. Crean su realidad. La negatividad y el escepticismo no les ayudan a ustedes o a Yara. La fe, la lealtad y la diligencia nos ayudarán a reconstruir el paraíso con velocidad y facilidad. Теперь давление в резервуаре поднялось. Кстати, спасибо. И я могу вот что. Что, Елена? Хрена себе! Ты это слышала? Это вся Яра слышала. Переходим ко второму этапу. Доберись до завода. Просто иди на дым. Преступление против Яры и Параиза.
Я на заводе. Тут все бегают, как в жопу укушенные. Благодаря тебе. Инженеры пытаются починить резервуары. Найди пункт управления, Дани. Елена ждет, пока ее подключат к компьютерам. Как только у нас будет доступ... Их удар хватит. Ясно. Не нравится мне это место. Надо аккуратно. Подстанции в опасности! Повторяю, подстанции в опасности! Елена, это Дани. Все уже подключено. Теперь твой выход. Мы, Бен, взорвем эту хрень. Разобей! Елена, а ты не можешь как-то ускориться? Хакерство — это искусство. Не торопи меня. И все рванет. Да, но между отключением и взрывом будет задержка. Никого не подпускай, чтобы не включили все обратно. Критический уровень давления. Внимание, критический. Дани, уже почти все. Осталось три резервуара. Рад слышать.
Это сеньор Маккей. Кто здесь менеджер, мать вашу? Свяжитесь со мной срочно. Я хочу знать, что происходит. Внимание! Критический уровень давления. Дани, продержись еще немного. Подкрепление скоро будет. Окей. Кто-то должен связаться со мной и все объяснить. Живо! Я плачу ваши требованные зарплаты! Сеньор Маккей! Господи, показания, которые я получаю, зашкаливают! Чего вы молчите? Вы уволены, если не свяжетесь со мной сейчас же! Привел один из резервуаров в чувство. Надо снова идти туда. Манда пинга эста. Внимание, критический уровень. Он на складе. Я там все разблокировала. Фартовая, наверное, уже на месте. Ясно, выдвигаюсь. Я только за. Здорово вышло с резервуарами. Пришел черед сердца. Надеюсь, вы уже заняты ремонтом. Если все это дело рук гадов из Либертад, я хочу, чтобы Сальдадос стерли их в порошок. Серьезно? Вот увидишь рюкзак!
Считай, что твоя жизнь закончилась! Дани, ты справился. Я горжусь тобой. Эль Тигра гордился бы. Мы уничтожили единственное место на острове, где производят яд для табачных плантаций на Западе. Значит, когда закончится яд... Конец чудо-лекарству. Благодаря тебе в Лахое снова будет пахнуть океаном. И сигарами. Курение убивает, между прочим. Я готова рискнуть, доктор. Поживаешь? Да, мать твою! Давай поговорим. Что это? Что такое PG-240? Надеюсь, Фартов готова сражаться. Эй, Дани.
Судя по файлам Маккея, на одном из старых заводов инженеры упарываются, работая над проектом PG-240X. PG-240 – отрава, которой на Западе опрыскивают табак, из которого потом делают вивира. Думаю, PG-240X – то, чем нас хотели убить в отеле. Так что мы, пожалуй, уничтожим этот завод, чтобы хорошенько подгадить Маккею. Я отправила туда фартовую с небольшой командой. Они ждут тебя. Как будешь внутри, свяжись со мной и расскажи, что найдешь. Мы сообразим, как остановить производство. Мой Вен. Сообщу команде, что ты скоро будешь. Кто на меня? Похоже, взяли территорию под контроль. Не забывай говорить мне обо всем, что видишь. Если я не ошиблась, этот объект важен для производства яда. Эй, сюда! Елена сказала дожидаться тебя тут. Эти Абуэлос очень жесткие. А ну, тише. Все вы. Полно ракет и контейнеров. Так, что еще? На контейнерах маркировка PG-240X. Пускайте в подвал. Если верить в планы здания, там куча... Мерда! Спасибо. Елена, что это за херня? Елена! Я слышу, Дани. Ты была права. Похоже, здесь люди Маккея делают химическое оружие. Бомбы! Бинго! Нужно разнести все это к чертям. Подключи меня к любому компу. Устрою перегрузку. Сделаю. Бегом отсюда! Подключайся. Минуту, ищу уязвимости. Инга, эту дыру закрыли хрен знает когда. Все это надо было запустить обновление Windows. Я-то думала, мне понадобится эксплойт нулевого дня. Ну, я пойду? Нет, да, они к тебе приближаются, Сальдадос. Проследи, чтобы они не угробили соединение. Упрямый ум. Эй, рюкзак, ты правда хочешь пожертвовать собой, чтобы вынести одно мое предприятие?
Я его отстрою. Кстати говоря, ты нанесешь огромный ущерб природе. Я думал, нынешняя молодежь о ней заботится. Вы все умрете. Зачем вы вообще вызвались на это? Никому из вас не удастся выжить. Если ты не против, я наберу своего дружка Антона и вызову еще Сальдадос. А то вы начинаете меня бесить. Я не шучу. А теперь, если ты не против, я наберу своего дружка Антона и вызову еще Сальдадо. Береги голову.
Выбрался. Дани, послушай, я понятия не имела, что завод взорвется. Я не могла рисковать жизнями десятков повстанцев. Я тебя не виню. Иногда приходится жертвовать одним человеком ради многих. Я уверен, что Клара поступила бы так же. Может, это тебя успокоит. У вас больше общего, чем ты думаешь. Тогда сменим тему. Ты ведь понимаешь, что мы только что лишили Кастилю возможности производить химическое оружие. Это мощный удар по его режиму. Значит, бомб вроде той, что они сбросили на отель, больше не будет. Только те, что успели произвести раньше. Всегда есть новые цели. Если ты не против, сначала я немного отдышусь. Дани, ты не поверишь, но прежде чем мы нанесли удар по Макею в порту, Клара мне кое-что предложила. И, пожалуй, она права. Неожиданно. У нас есть возможность провернуть более глобальную операцию. Если уничтожить резервуары Кастильо Вель-Эсте, его отряды по всей Яре лишатся топлива. Идея мне нравится. Твоя цель – большие красные цистерны по всей Лахое. Наши люди тебе помогут. Фотки я им отправила. Грасиас, комадре. Y voy a luchar hasta el final. Принято. Там огнеметчик. Квадроцикл, мерда!
назад. Сейчас буду. Заставим Янки заплатить за все, что он с нами сделал. Заодно избавим Эль Эсте от власти Кастильо. Последний раз попытаюсь убедить тебя поддержать план Кастильо. Слушай, жить в этой стране сейчас трудно. Все недовольны. Повсюду смерть. Люди страдают. Все бедные, как церковные крысы. Все решают вопросы жизни и смерти. А если я скажу, что жизнь может стать лучше? Ты читаешь мне речь Кастильо? Нет, я серьезно. У моих прабабки и прадеда была тяжелая жизнь. Они уехали в другую страну и начали все сначала. Потом передали свое состояние моим родителям, а те, в свою очередь, приумножили его и передали мне. Ты хочешь, чтобы я уехал? Это бы решило мои нынешние проблемы, но нет. Можешь остаться в Яре, но Кастильо хочет перемен. Правда. Я каждый день с ним говорю. Он, как и ты, нетерпелив. Иногда лучше плыть по течению, чем против него. То есть, я должен смириться с арестами? С лагерями изгоя? С казнями? В истории каждой страны мира были темные времена. Вот только сейчас все это можно заснять и показать в стриме, чтобы поставить на уши весь мир. Взять даже мою страну, Канаду. Можешь почитать, как там обошлись с коренным населением. А фрекинг, боже мой, ну ведь никто не идеален. Болтай сколько хочешь. Ты просто сраный захватчик. Давай, давай, хорохорься. Посмотрим, что будет через пару поколений. Подумай об этом. Oh!
помогу. Ясно. Окей. Ты в порту? Вообще-то да. Сижу в своем маленьком бункере. Его построили русские. Открыть невозможно. Буду ждать подкрепления. Бегите! Круть. Я заглянул поздороваться. Слушай, удачник, если пойдешь один, давай все обсудим. Я буду без оружия. Это наш а я нет.
Тут нет ни единого покатина! Ну же, вперед, вперед! Ясно! Дайте им обойти вас! Мой. Ладно.
Черт! Разошлись! Как делишки, рюкзак? Слушай, я опаздываю, так что... Мерда. Елена, Маккея тут нет. Нам устроили ловушку. Коню, инфу нам слил сраный предатель. Я знаю, как мыслят иностранные захватчики. Когда они проигрывают, у них в голове остается одна мысль. Маккея сейчас на одном из кораблей. Да, фартовая права. Тоже подобит его! Садись в катер и гони за кораблем! Елена! Если Янки был на этом корабле, ему крышка. Елена, если Янки был на этом корабле, ему крышка. Не был, Маккей был на другом корабле, подальше. Ты уверена? Инфа от людей Гильберта. Кто-то из них на корабле и видит Маккея. Я сейчас. Гильберта с тобой свяжется. Ты и твои хамелеоны – просто чудо! Знаю, только я не говорю, а то придется поднять зарплату. Ха. Ладно, мне надо пробиться внутрь. Удачи, Лапуля. Если не видишь пробоину, ориентируйся на дым. Ясно. Далее. Внутри. Найдешь Маккея, пусть помучается. Зачем вы еще воюете, солдаты? Валите отсюда! Ламораль, Либертад, да плевать на их название, чертовы повстанцы явно победили. Можно отступить к мосту, если... Тут химоружие. На другом корабле, наверное, было еще. А Маккей? Не вижу, мы еще наверху. Граната, бежим! Снимите форму и примкните к победителям, пока не поздно. Правда, вы хорошо поработали, парни. А теперь, если не возражаете, нам с рюкзаком нужно обсудить одно дельце. Дьявол!
ж, Хуан, рюкзак здесь. Дани, обстоятельства изменились. Вот только давай не будем, Хуан. Си-си, он правда тот еще кусок дерьма. Ну? Но он предлагает сделку. Маккей даст нам херову кучу бабла, если отпустим его. Реальный динеро, Дани. Клара не одобрит. Я с ней поговорю. Ты же знаешь, настоящая война начнется, когда умрет Кастильо. И ее не выиграть без денег, поверь. До сих пор нам нужны были только пули. Отпусти его и отправляйся в порт. Я уже на пути туда. Пора праздновать победу. Давай, рюкзак, иди и празднуй с остальными. Уверен, для тебя там уже приготовили пиньяту и все такое. Элесте пара сьемпре, Дани. Елена! Я должна поверить, что Маккей свалил. Это в духе Либертата. Приветствуем, Дани! Скажи что-нибудь. Довольно с меня речей. Что ж, я полагаю, в таком случае твое время вышло, Лоренцо. Фартовая? Сегодня я впервые почувствовала себя счастливой. В глазах вашего поколения я вижу тот же яркий огонь, ту же страсть и надежду, что видела у своего. Вместе мы сможем создать что-то новое. Это ваш век. Пусть в Яре больше не будет войн. Ла Мораль. Легенда 67-го. Бьенвенидос Алесте, Клара. В Либертат вам рады. Грасиес. Но нет. Ла Мораль сама по себе. Неужели? Мы поможем убить Кастильо. И будем приглядывать за Либертат. Хотите, чтобы я доверила судьбу Яры этому Абуэла? Нет. Мы ни за кем не следуем. Она мне нравится. И мне тоже. Увидимся в Эсперансе. Я знаю, что многим революсион 67-го кажется чем-то славным. Они чтят убийц того времени. Но те хотят уничтожить вас так же, как моего отца. Когда я смотрю на вас, я вижу львов. Либертат, Ла Мораль. Убийцы 67-го, они лгут вам! Они, все они на самом деле террористы. Я хочу одного – возродить рай. Но из-за террористов за это придется заплатить высокую цену. Заплатить кровью. Эта революция для Яры будет последней. Пусть львы одержат победу! Конио, как мне вас не хватает. Это вечеринка. Погнали.